Команда «Армавир» занимает третье место. Вот эта команда лидер, одна из лучших команд сейчас из 12 команд, где мы играем в нашей группе. Вот. Первый тайм мы еще двигались, проводили какие-то атаки. Вот. Но у нас команда. На данный момент в команде находятся местные ребята, ингушские воспитанники. И, конечно, им тяжело, они никогда не играли на таком уровне. Плюс нам предоставилась возможность играть сильнейшими командами. Вот, я, в принципе, и думал, что так будет происходить. Мы много игр там проиграли, потому что нам что-то не хватает этим ребятам, где-то в технических навыках или опыта игры, но через игры с сильными командами они, конечно, набирают, и на следующий год будут совсем другие, то есть вырастят как мужчины. Команда «Армавир» во втором тайме нас переиграла полностью, но мы, значит, наша оборона и в отборе мы находились низко, и, в принципе, моменты там мы пропустили, там штанга. Ну, я доволен ребятами, которые показали характер, играли до конца, даже в десятером. Вот, у некоторых там и судороги сводили, там есть причины. Вот, поэтому я хочу просто поздравить своих футболистов с этим очком. Да, это очко, оно такое, очень тяжелое, и они его заслужили. И, естественно, это очко мы приобрели. Конечно, «Армавир», они потеряли 2 очка при тех моментах, которые у них были. Но счет 0-0. Как бы я доволен своими ребятами и поздравляю их с этой ничьей. Игра была очень упорной. Никто не хотел уступать ни в первом тайме, ни во втором. Команда приехала с Назрани издалека, приехала не дарить здесь очки, хоть и находится ниже нас в турнирной таблице. Поэтому соперник наш бился за каждый мяч, за каждый участок поля. Ну, наши футболисты что в первом, что во втором тайме приложились максимум усилий, на мой взгляд, для того, чтобы выиграть. Ну, в этот день немножко не получилось в завершающей фазе атаки, поэтому закономерный, наверное, результат 0-0. Так что будем думать, будем работать дальше в этом направлении, чтобы в следующей игре у нас в атаке было более интересно, чтобы мы нашли один завершающий удар, который склонит чашу весов в нашу пользу.